Как бы площадка прикольная для слайда. О-о-о-о-о, все, друзья, финиш! Всем привет, дорогие друзья, с вами Юра Чикузака, и сегодня у нас паркур от подписчика. Всем привет, дорогие друзья, да, для нас подписчик создал паркур, но не для нас, но все же это же подписчик создал для нас паркур, так что мы обязаны его пройти. Ой, а что это я сразу от первого лица стартанул? Да, не знаю, что это за паркур, может быть так же, как и тески будет. И здесь уже встречается первый Shift S. Так, на самом деле я проходил его первую карту, поэтому я тут знаю небольшие секреты у него. Да, первую карту проходил, ага. Не, иди ты в попу. Вот стена. А, вон, оказывается, как. Надо было если просто повыше сейчас... брать. О, наконец взял чекпоинт, блин. Не знаю, как я здесь так долго промутился. О, окейшки, а окейшки. Я вообще разучил шифт-тест сделать, по-моему. Ладно, сейчас набьем скилл. Все, давай. Вот так. Да. Ну, в совокупности, в принципе, это то же самое, что я проходил, но я смотрю, что он добавил его, усовершенствовал. Там какие-то полеты поверху были. Понятненько. Здесь хорошо, что крыши без бортиков. Я могу легко делать Shift-S. Вот это да. Так, блин. Ладно. Все, перескакиваем на эту полукруглую какую-то крышу. Полукруглую, блин. Кто-то догнал нас, и кто это? Спирит. Вот это поворот. Я хочу вас еще догнать. Так, о, хорошо, что он здесь еще все обозначил. Посмотрите видео с секретом этого паркура. Так, отлично, куда дальше? А куда дальше-то? Опа, да? Стоп, стоп. А, еще выше, серьезно? Так, куда там? Что там выше? Куда там выше? Понятно, опять разбился. Короче, чисто Shift-S. Ну, это хорошо. Обучалочка такая. Да, легкий паркур от подписчика. Хотя он ни хрена не легкий, так как у меня... Просто не получается что-то допрыгнуть до этой крыши. Я зафейлил чутка. Я что-то здесь тоже тупанул, вообще что-то расслабился, так скажем, и теперь ничего не могу пройти. Что-то я тоже хорошо проходил, и все. От Кузака. О, Юра, здорово. Да. Так. Видимо, мне сегодня просто тупо не везет с этими шифтесами. Так, отсюда попробую, отсюда. О. Минимальное сопротивление. Да, отлично. Да, вот здесь вот. Кузакин так спалил, все, он спалил. Отличненько, я прям за тобой это сделал. Он так легенько поднимается, прям зю, и все. Да, так. Есть такое. Тут, наверное, полный надо брать разгон. Да, здесь можно просто вот так вот. Тен. И все. Оп! Текс. Ага, чекпоинт. Чекпоинт здесь. А, не, стоит. Нормально, он снизу, он снизу. А, блин! Ты меня еще обогнал как-то. Ой, Юрец, молодец. А я упал. О, везунчик. Ать, чутка. О, чутка тоже. Короче, можно сбоку заехать. Вот, блин, все так продумал. Мне кажется, можно просто заехать. Нет, просто не получается. Да. Я тоже сделал. Обманул систему чутка. Так, и где чекпоинт снизу? Отлично. Хорошо, что я даже полностью Shift-S не сделал. Опять Shift-S. Серьезно. Просто что? Паркур с Shift-S-ами. Там балкон какой-то. Да-да-да, что-то не пропускает. Так, давай искать обходняк. О, как мне горит от этого, то, что меня... О, пропустило, наконец-то. А сколько чекпоинтов всего? 62. Офигеть. Ага. Что-то он, я смотрю, немножко перестарался. Да-да-да, это первая часть, он, получается, ее усовершенствовал, да? Так, взял чекпоинт, отлично. Получается, это, типа, он ее усовершенствовал. Ты играл, типа, в демо-версии этого паркура. Да-да-да-да-да, что-то... Ай, блин, мимо проехал, заболтался. Так, ладно, возрождусь, так уж и быть. Что ж тут делать-то? Так, как, надо, блин, тоже свою вторую часть создать. Я вот уже думаю, я уже практически все придумал, но времени просто нету из-за школы. Еще скоро я уезжаю, и да. Я так зафейлил только что, просто не мега эпично. Короче, да, что-то не хочет, нифига. А, не, пропустил, спокойненько, да. Пропустил? Да-да-да. Блин, повезло. Это просто везет, да, на шару. Вот теперь не пропустил. Ладно, по лестнице соберусь. Здорово. Здорово, как погода. О, лестница, действительно. Текс. Все хорошо. И опять я оттолкнусь как не надо. Но я догладил до крыши, что хорошо. Опять Shift S. Вау, разбился. На. Текс. И теперь куда? Еще на какую-то крышу вверх. Здесь только Shift S-ов, одни сплошные Shift S. Вот серьезно. Нифига, короче, я на балку упал и прогладил по ней, проскользил так прям. О, все, я смог это сделать. Опять прямая дорога. Ну, в принципе, если здесь багов других не будет, то прикольненько. Точнее, однообразно. Задротская немного такая гоночка. Ну да. Надо возродиться. У некоторых будет гореть, кто не умеет такие шифтесы делать. Вот сейчас меня по такой корявой стене пропустилось с первого раза. Я вообще не понимаю, что с этим багом.
А у теперь не пропустила, вроде гладкая стена была, только на конце чуть-чуть. Я врезался как? Не понял, что это было. Не? Как я врезаюсь два раза? Ну прям смотри с тобой, то ты на первой позиции, то я на первой позиции. Так, что-то идет не так. Что-то явно идет не так, потому что я слетел. А вот здесь вот возможно, по-моему. Не допрыгнул я. Да серьезно, Макс? What the fuck? Ну ладно, ладно, в принципе не сложно. Просто... Ну да, главное просто туда приземлиться. О, наконец-то я смог это сделать спустя 3 минуты или сколько там. И какой это чекпоинт? 34-й. Ну, в принципе, половину паркура мы прошли, можно на этом заканчивать. Всем спасибо, всем пока. Такс, и что там, будет глайд какой-нибудь, не? Теперь просто по прямой. Блин, вот я, короче, вообще пролетел не так. Я там, короче, просто налево как-то поехал и сразу взял чекпоинт. Там дальше как это поправить, задротская дичь пойдет. И снова шифт-тест. Ну зачем здесь было шифт-тест? Ну все мы умеем делать шифт-тест. Если прошли уже половину паркура шифт-тестом, то мы, получается, умеем проходить это все. Так, что? А вот, Кузакин, я тебя вижу. Да, и меня здесь не пропустил бортик. Он меня... Вот, он меня отказывается пропускать. Вот, во-во, он меня ждет пока. Юра, пока меня Юра, да-да-да-да-да, я все понял. Сейчас, погодь. А, иди ты в попу, задолбала, Макс, ну что ж такое-то, да я пошел объезжать это все, вот дерьмецо-то какое-то. Я взял и умер. Вроде паркур хороший, но, блин, в этом месте мне вообще не нравятся паркуры. Трущоб. Что, я разбился как об забор? Вот да, он не пропускает, Юр. А, еще шифт-тест не сделал, мне что-то вот не получается, все, гг. А все, я пропускаю. Как всегда. Так, от лестницы шифт-тест лучше, да? А, иди ты в попу, блин. Перевернулся. Да. Раньше Опа, мы вообще не понимали. А, дох, ты офигеть. Ха-ха, обманочка. Какая обманочка? Так, ну отсюда, надеюсь, получится шифт-тест. Да, получилось. Умер как вообще, не знаю кто. Текс. Да, капец, не пропускает бортик. Да что ж такое-то будешь делать-то? Мы прям с тобой в тютельку идем. Ты выше меня, да? Угу. Все. Теперь ниже тебе. Ну, стал быстрее тебя. Ненадолго. Опа! Ну да, здесь мы, считаем, на единой позиции, так что, что я тут говорить-то? Так, ну, почему-то спирита догнать не можем. О, там уже подъем, там кто-то уже наверху, на лестнице. Да-да-да, это вот Макс со спиртом. Да-да-да, такой ник. Все, я здесь опять застрял на шифтесе. Потому что меня не пропускает кондиционер. Долбанный кондиционер, что... Да ладно, меня шифт-тест не пропускает. Взял чекпоинт? Да. И сейчас я тоже. Что? Как я застрял? Я улетел. Я улетел просто в небеса. О, блин, дурак. Я упал. Ой, офигеть, я туда запрыгнул как-то. Просто меня телепортнуло. Экс, ладно. Там прям... Наверх, да? Да-да-да, наверх. Блин, от бортика меня вот откинуло. Все, отлично. Я уже наверх забираюсь я. Как можно быстрее. Да блин, меня бортик не пропускает, как ты проехал? Вообще, что-то не понял. Блин, я забыл, что это лестница. Я здесь опять шифт-тест начал делать. Я от бортика и что-то вообще с шифт-теста и все. Нет, я-то заезжаю. Тихо! Меня не пропускает вверх. Не знаю, меня вообще пропустило просто вот. Не понял как. Опять шифт-тест. Вот лестница вообще прохожу на изи, прям вот быстро. Так, спирта я обогнал. Отлично, и сейчас Макса еще я обгоню, то это будет вообще шикосно. Хотя да не. Что такое, блин? Но паркур вообще без багов, он мне нравится. Так еще на колесе, пожалуйста. Здесь можно пройти? Тут, походу, нет. Не знаю. Так, и куда здесь? Ага, на сушу опять. Все, я прошел вот это, то, что наверху было. Но мне вообще нравится паркур, прикольный. О, взял чекпоинт как-то, даже не сделал шифт, взял чекпоинт. Надо, короче, написать, чтобы не финишировали, чтобы мы смогли доехать до конца. Так, здесь... Ой, там зебра пойдет. Там зебра пройдет. Взял, да, взял, отлично, случайно. Так, ладно, Макс. Весело, там зебра длинная очень. Макс, где чекпоинт, ё-моё? Ты как там проехал, блин? Ты не проехал еще? Нет, я застрял тут. Вообще, я с первой попытки что-то сделал. Застрял в заборе. Макс, я так не люблю вот эту вот хрень. Ты бы знал, как я не люблю. Я ж постоянно. Ну там зебра.
Там очень много зебры, с которой я свалился. Полетю. Давай. Ну, короче, блин, я слетел опять. Зебра это не мое, я не умею их проходить, так что, друзья, не... Я не думаю, что Макс сделает сложную зебру, потому что не факт, что он сам проходить умеет все это дело. Ну да. Блин, я тебя... Спирит там проходит вовсю. Спирит, джу-спирит. Джу-спирит. Я очень ненавижу эти зебры. Так, сейчас пройдем. Попробуем, по крайней мере. Так, одну сделали. Что? Как я упал-то так вообще, тупо? А там можно сделать? Не, я уже пытался, Юр. Я уже все, я мой пытался. Значит, свалюсь, я ж не умею ее проходить-то. Это очень, друзья, опасненько. И в то же время... Так, ну, на самом деле... Так, еще одну прошли. Так, нужно отдохнуть моим пальчиком. Нужно отдохнуть моим пальчиком. Ты на чем проходишь, на джойстике же, да? Да, мне просто очень сильно ладошки вспотели. Больше, чем прикол. Так, нас уже догнал Макс. Меня сейчас перегонят, потому что я очень медленно прохожу эту зебру. Чуть не упал. Так. Это очень, друзья. Сложно. Макс, уйди, не мешайся. Я боюсь, что я сейчас лечу. Так, еще одна готова. Так, ё-моё, там еще много. Да, я вижу, ты там пот. Блин, это очень долго проходить-то и эту зебру. Еще, если с ней светишь, то это очень будет плохо-то. Так. И теперь главное просто проехать вот это вот здесь расстояние. Макс, ну ты вообще задротик, оказывается. Не ожидал я тебя такого. Да. Офигеть. Мне просто это очень сложно проходить. Так, я слетел случайно! Блин, ты как так-то? Не, ну все, друзья, я... Не, ну у тебя же получается, в принципе, можно. Тут, короче, самое главное не спешить. Твою мать, я упал! Серьезно? Да! Я загнался! Блин, а! Да ладно! Твою мать, я загнался! Макс, ну ты что творишь-то? Зачем ты так над нервами над нашими шутишь? Я опять упал, да я не хочу-то проходить, блин! Не, можно пройти, можно. А-а-а! Такой круглый. Да, вижу. Ну попробуем, была бы не была. Сейчас обманем Макса. Так, ну хотя бы у меня сейчас руки не так сильно дрожат, так что я смогу это пройти. Сложно? Я разбился просто. Ай, твою мать, упал. Так, а я здесь сосредоточен на этой лестнице. Но все равно сейчас упаду. Потому что кто я? Я одно. На лестницах. Ой, блин, я два раза упал на одном и том же месте. Это обидно. Мне еще обиднее будет, если сейчас опять я все пройду. Вот самое тупое, это как раз упасть. Там, короче, в конце нужно будет запрыгнуть на ящик. И потом еще мини-глайд сделать. Блин, это сложно. Это то есть ты понимаешь, что там одно нелепое движение и все? Опять. Ну здесь везде одно нелепое движение сделаешь и все. Давай, родной. Макс, это очень напряженно. Но главное не волноваться. Волнение твой враг. Как же тут не волноваться? Когда твоя жизнь буквально на волоске. Да не жизнь, а вот как раз фейл на волоске. Вот просто теперь аккуратнее поеду. Потому что я умею слетать очень хорошо. Ой, это так опасненько. Я, короче, непонятно, по каким-то текстуркам уже не видим. Не, ну если постараться, то это возможно пройти. Ну, конечно, ребята же прошли. Офигеть. Ну, Макс, ну, Максима. Подстава, 30 минут. Да-да-да, а мы хотели за 10 минут это пройти все. Тоже не знал. Тут-то было. Ну, я сейчас снова упаду. Я уверен в этом. Потому что я не вижу особо, как там съезжать-то надо. Так. Потихоньку он проходится, и это хорошо. Хорошо, что там нет никаких энок. Вот это хорошо, да? Он, наверное, сам проходил мне такое. Хотя, не факт. Да не, энку возможно пройти, главное там медленно. Здесь просто очень длинно и тоже сложно. Блин, там еще будет 90 градусов, это очень сложно. Ты меня уже догнал, ты еще такой быстрый? Нифига себе быстрый. Ой-ой-ой, я сейчас лечу, по-моему. Ты, короче, едь, не переживай, я тебе мешать не буду. Хорошо, спасибо, Юр. Байком, потому что я знаю, как это туповато. Я сейчас опять чуть не слетел. Фух, еще чуть-чуть. Так, ну ладно, этот контейнер возможно пройти. Я в прошлый раз вот здесь упал. Блин, это очень обидно. Это, ё-моё, очень обидно. Блин, тут они ещё стоят, туповато чуть-чуть. Угу. Фух, потик. Так. О, тихо. Ну, если бы сейчас упал, то бы я закончил этот паркур. Не надо мне тут ля-ля. Так, а как мне проходить-то? Я забыл. А в таком положении стою неловко. Сейчас мне нужно отдохнуть чуть-чуть. Давай, покурим. Пойдем покурим-ка. А где там ребята? Они где-то. Да, да, да. Я тоже. Надо покурить. Да-да-да.
Так. Что-то мне опасно это делать-то. Красавчик. Еще 90 градусов, он издевается надо мной. О, она здесь еще неровно стоит, а, камельфо. Я сейчас свалюсь, я серьезно свалюсь. Ты уже прошел ее? Ну как, я же за тебя. Вот был бы ГТ-режим. Это бы тебе ничего не дало. Блин, на этот контейнер тупой нужно запрыгнуть. Сейчас, я еще немножко отдохну. Блин, у меня подлагнуло, так зависло, так что я чуть не офигел. Так, мне просто нужно сейчас отдохнуть чуть-чуть еще. Так. А, иди ты в попу. А, блин, Кузакин, обида. Да не, это серьезно, друзья, я все, я не хочу это проходить. Я... Да как это проходить-то? Я попробую. Блин, тут, короче, камера тупо стоит. Может, это просто точно. Переволновались, конечно. Да. Да твою мать, я разбиваюсь на одном и том же. Ну, я сейчас опять свалюсь. Даже не вздумай. Меньше болтай. Так. Макс пишет, я прошел. Подожди, Макс, а то отчет еще пойдет. Я свалился опять на этом же месте, друзья. Я выхожу, все, я не хочу то. Давай, не надо. Я не знаю, почему я там спешу. Я, короче, знаю, что я сейчас опять до тут дойду, я просто отдохну минуту. Твою мать, переехал! Вот я дурачок. Я научился эти зебры проходить. Там главное подтягивать жопу и все. А кто там сзади тебя? Там Макс помогает мне. Как Макс сюда подъехал? Ты если что, тогда не финишируй, подождешь меня. Ты меня еще догонишь 20 раз. Все, я научился проходить зебры. Ладно, хорошо, что я здесь даже простоял, я зато научился их проходить. Я не понимал принципа тупо. Ну да. Ой, нифига, я скатился как тупо. Блин, я на самом верху фейлю, просто фейлю, блин. Потненько. Вначале вроде легко, я думал, а теперь здесь вот прям... Вот прям потненько. Сначала вообще изи был. Блин, я на самом верху просто фейлю. А хотя, мне кажется, турист его пройдет на изи. Туристы, они задроты все. Текс. Я опять на том же месте, где и в тот раз. Забавненько. Я тебя вижу. Давай, дорогой, давай. Так, конечно, съемку. Напиши ему, а то мне потно. Так, я отдохну чуток. Фух. Так. Перекурчик, друзья. Ладно, я хотя бы теперь... Ты меня сейчас проголагал. Мне повезло. Мне тоже сейчас только что повезло. Юр, ты больше меня так не пугай, хорошо? Да я больше сам, наверное, сусь. О, я встал. Прошел. Твою мать! Ах ты сукин сын, Макс, ты просто сукин сын. Серьезно, еще мои хуже. Нервы к чертям собачьим. Я тоже, я сейчас прошел, мне главное сейчас запрыгнуть на этот контейнер. Так, отдохнем чуть-чуть. А то я сейчас лечу, мне кажется. Зачем чекпоинты так далеко? Там есть один момент жесткий. Да, есть. И вот у меня сейчас жесткий момент. Когда я всю зебру прошел, которая изогнутая. И мне главное сейчас дойти. Не одному хотелось написать ему в чат, пошел ты? Мне хочется это ему написать x10. Так, а что там? Куда? Все, перелетаю, блин. Мне нужно расслабиться просто. Мне нужно просто расслабиться. Тогда я это пройду на изи. Там, короче, надо на этот запрыгнуть, контейнер, а если там дальше мини-глайд, если что. Так, мне кажется, что я сейчас свалюсь. Я не хочу сейчас даже понимать, что ты мне говоришь, потому что у меня просто сейчас очень большая напряженка. У меня жопа горит. О, так. Так, теперь нужно просто догладить. Так, друзья, 39 минут потного паркура от Макса. Эй, я сейчас не доглажу. Не, я догладил. Все, теперь отдыхать. Давай. Да, я прошел зебру. Да, прошел.
А, ну это я проходил, я-то умею проходить. Да я тоже умею, блин, я падаю, разбиваюсь там в конце, там... Я вижу, как ты прошел. Так, надеюсь, он выйдет. Я больше вообще паркур, по-моему, не хочу тоже проходить. Вот такие вот именно потные. Вот тут даже такой потный не был, который я проходил. Этот намного потнее. Вообще жесть. Главное доехать до финиша, хотя бы увидеть его просто. Хотя бы до предпоследнего чекпоинта добраться. Так, ну мне еще один контейнер, и потом пойдет лестница. Я не знаю, что такое лестница там. Я на лестнице вновь. Сверху два оставалось, я там умер. Так, и как она проходится-то? Shift-S'ом тоже. Shift-S'ом? Ну так же, так же. Так там вроде изи. Ну попробуем. Такс. Она уменьшается, что ли, еще? Да. Блин, вот козел он. Продумал все типа. Так, вот последний. Последний? Да. Да, взял. Блин, красавчик. Все, вообще повезло жестко. Все, друзья, надеюсь, пот на этом закончился. Надеюсь, там больше не будет зёбр никаких и вот таких вот хреней. Вот, Макс, ты не мог немножко будку вот чуть-чуть ниже поставить? Вот. Действительно. Здесь вот будка стоит, вот, блин, хрен её взял этот чекпоинт. Да, я взял тоже, отлично. О, красавчик, сразу. Жесть, аж отпустило прям. Да. Здесь опять что-то непонятное. Ой. Так. Там опять что-то непонятное. Там опять что-то. Так, я там еще один чекпоинт просто взял, а теперь там нужно в контейнер протиснуться и еще что-то сделать. Все, врубился. Я, блин, так и сделал только что. И умер опять. Вот, короче, прикол есть в таких местах. Нужно, когда вот на контроле заезжаешь, shift нажать, чтобы он башку не ударился об этот. Об потолок. У меня так получалось приезжать. Так, я залетел туда наверх, да. Просто на контроле без shift? Шифтом, потом шифт, и залетел спокойненько. Такс. Нет, я свалился к тебе. Здорово! Там типа ошибочка была, ты... Офигеешь, что там. Там двойной Shift-S. Shift-S, да? Я даже не знал, что он такое знает. Угу. Так, я опять туда залетел. Да блин, просто врезался. Я что-то не понял, что там. Так, тихо, не подыхай. Окей, я возьму этот чекпоинт и... сделаю это. Так, отлично, взял чекпоинт. Взял? Да. О, потно. Двойной Shift-S, да? Угу. Нет, там просто Ctrl. Просто Ctrl. А потом Shift-S там. Ага. Кровь, слезы и пот. Ну вот сейчас вот обязан же. Только сдохни, только свались мне. Я буду очень орать. Просто в текстурку, блин, как уперелся в текстурку, твою мать. Так, ну как мне туда запрыгнуть-то на последний? Вот точнее, вот прям на баржу туда. Да так же, там. В принципе, все одинаково проходит. Что-то он не хочет туда. Либо я... Соответственно, что-то неправильно делаю. О, так, и что это? Ага. Ну такое мы умеем проходить. Запрыгнул? Там текстурка, аккуратно. Я уже понял, что текстурка, хорошо, что не свалился. Там, короче, да, другой баг уже. Так, одну лесенку прошел. У красавчика, я вот там вот зафейлю. Еще одну прошел. Взял чекпоинт, да. Так, красавчик. Там, короче, я даже не сделал полностью лестницу, я уже практически свалился и как-то сделал. Да. Ты главное финишируй еще. А там, ну да. Там глайд просто машинший нужно делать. Там потненько, блин, очень потный паркур. Вот он именно очень потный, вот именно потный. Больше другого слова не могу сказать. Блин, тут три лестницы, что ли? Да. Мне вообще непонятно, ну как выжить-то? Ну я понимаю, что на... Юрыч Топ Гейминг вышел? У него проблемы с интернетом. Серьезно? Тебя выкинуло? Юр?
Нет, в игре я остался. И в этой, да? Все отвалились просто. А, фух, это хорошо, это хорошо. Я не знаю, как брать, я не умею. А я не могу что-то нормально туда, блин. Как приземлиться-то? Как это делается вообще, я не знаю. А, я сейчас обману систему. Ха-ха, Макс, короче... О, давай, давай, давай! Да, взял чекпоинт этот, офигеть. Офигеть. Так, Макс, и что там нужно делать? Ну, надо перевернуться на бок, зажав 5 на нумпаде и кратковременно нажать Shift. Чего? Чего он сказал? Надо перевернуться на бок, зажав 5 на нумпаде, кратковременно нажать на Shift и... Ну, Макс, здесь делается, типа, все изи. Нифига себе он... Че? Он здесь вообще такие трюки выполняет на этом слайде. У меня почти получается это делать, как у него, штуку. Да я, кстати, тоже не знаю. Во-во-во, у меня получается, я почти сделал это. Да ладно. Да-да-да, он прям встал хорошо. А что делал, как делал? Типа, на контроле иногда на Shift нажимал. Это вообще поп. Во-во-во-во-во, я дошел до стены и умер. Офигеть. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я дошел опять до стены и умер. Да как ты вообще там делаешь? Офигеть, на геймпаде вообще изи что-то. Вот сейчас умру. О-о-о-о. Я... А, дурачина дурачинская. Почти сделала. Мне интересно, как ты там колесом не ударяешься вверх. Так, так. Я вот почему-то умираю обо что-то. Там какая-то хрень стоит. Он неровно все расположил, блин. Как бы площадка прикольная для слайда. О-о-о-о-о, все, друзья, финиш! Финиш слайдом сделал, все, без лайфхаков. Красавчик. Извиняюсь, Макс, но я быстрее тебя финишировал. Я не виноват. Ты мог меня там подождать, в принципе. Все, Макс, у тебя, по-моему, деф до твоей же гонки. Это тебе... Я отомстил за твой пот. Да. Все. Вот такие вот русские паркуры ребята создают. Подписчик, в принципе, постарался, сложнее, чем китайский. Я научился здесь слайдить, я научился хорошо проходить обры и т.д. т.п. И это первая позиция. Ладно, друзья, если вам понравился этот паркур, то почему бы не подписаться на наш канал с Юрой, не поставить нам лайк, а также не оставить свои позитивные комментарии. Ну и все, дорогие друзья, всем удачи и всем пока! Берегите невры, не играйте в паркуры. Пока.